Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся строить точки с координатами. Значит, ну, первая точка – это А, 1, 2. Значит, я взяла масштаб в одной единичке, две клетки, для того, чтобы было бы лучше вам видно. Итак, первая координата – это всегда Х. Вторая – всегда Y. Итак, по x мы должны отметить 1, а по y – 2. Значит, как это осуществить, чтобы было легче? Находим по x 1, вот он. И поднимаем вверх на 2 единицы. Вот наша точка. Это точка. Теперь посмотрим на точку B. B начинается с минус 1. Находим по x минус 1 и опускаем вниз на 1 единицу. Почему опускаем? Потому что вторая координата минус 1. Вот мы опускаем вниз на 1 единицу. Получаем точку. Точка С имеет координаты 3, 0. То есть по x мы должны увидеть тройку, а следующая координата 0. Поэтому мы не двигаем дальше ручку. Мы ставим просто точку. Это точка С. Следующая. Точка D – это минус 4, 2. Находим по x минус 4. И вверх поднимаем на 2 единицы. Вот наша двоечка. Точечка будет D. Е 0 минус 3. Находим 0. 0 – это наш перекресток. И по нулю. От нуля мы идем вниз на 3 единицы. Раз, два, три. То есть вот это точка Е. И последняя точка К. Минус 2, минус 2. Значит, находим по Х минус 2. Опускаемся на 2 единицы вниз. Я строю вот такой уголок, чтобы было легче, и ставим точку К. То есть в данный момент мы построили все точки. Спасибо за внимание.